Последний бой у тебя был, ну, по нынешним меркам довольно давно, 13 августа, ты боксировал в клубе «Аура», твой соперник Рустам Гафури, и ты его отправил в нокаут в первом раунде. То есть ты такой нокаутер. Ну, не могу так сказать, что я нокаутер, просто пришел с удар в нужное место, в нужное время. Отлично. Твой следующий соперник будет Павел Царев из Омска, и ты с ним будешь боксировать в Липецке. Ты видел его поединки? Он дебютировал в Омске. Я смотрел бой, он боксировал с нашим боксером Андреем Чайкиным. С судейским решением он Андрей проиграл. Вот. В целом бой мне понравился, Павел тоже неплохо боксировал, хорошо двигается, дышит, ну, в целом хороший парень, достойный, будем боксировать. Сколько раундов будет бой? Бой запланирован на 4 раунда. То есть ты сейчас готовишься на как полноценно 4 раунда провести, или публике ожидать от тебя такой же молниеносный нокаут? Ну нет, я готовлюсь боксировать весь бой, я всегда готовлюсь боксировать весь бой, вот, а, ну, по ходу боя будем смотреть, как бы, возможно, закончится досрочно, возможно, он продлится полностью, возможно, закончится в мою пользу, возможно, это бокс, это такой вид спорта, сложно что-то предугадать. Сейчас ты проходишь подготовку под началом интернационального чемпиона по версии WBC Баранова Виктора, как тебе? Я впечатлен работой Виктора Викторовича, очень благодарен то, что в конце концов меня, так сказать, под опеку такого человека поставили. Несмотря на то, что работаем очень мало, я чувствую, что работаем продуктивно, я чувствую за собой, ну, поддержку и работаю более увереннее, чем раньше. И я прям чувствую прирост, то есть в дальнейшем я уверен, что мы достигнем чего-то большего. Отлично. Ну что же, пожелаем тебе удачи, покажи красивый бокс и увидимся 5 Спасибо. Ноября. Все будет здорово.